Конечно, или через какое-то время его могут вытащить как куклу, оденут пиджак, он произнесет какие-то слова, демонстрируя, что я жив, и вы скажете: Аблязов, ты был неправ. Суть не в том. Оскар Закоевич, я считаю, что правительство нормально работает в трудных условиях, оперативно. Будем вам помогать. Слава Богу, мы меньше страдаем, чем другие, но пик не пройден еще. Еще не все. Поэтому выдержать, терпеливость проявить, толерантность друг к другу, уважение друг к другу. Младшие помогают старшим, старшие заботятся о младших, друг друге, сосед соседу помогает, человек человеку помогает. Вот это время сейчас подошло. С одной стороны, имеет большое воспитательное значение, а с другой стороны, это опыт тоже жизненный, который мы проходим. Суть не в том, что Назарбаев завтра ожил. Он мертв. Это мумия. Потому что Назарбаев и та система, которую он построил, она мертвая. Вы каждый день это видите. Каждый день. Если даже Назарбаев вдруг завтра живет и появится, и скажет: я во главе страны, ничего не изменится.